собрался делать в Киев, добрали все нормально. Так, привет, девчонки, встречаем вас здесь, здравствуйте. Здравствуйте. Да, отлично, все хорошо, спасибо. Что ж, без дождя встречаете? Да. Вам привет, Одесса. Вот у нас, видите, дресс-код, люди в черном, man in black. Супер. Вот, да. Так что, добро пожаловать. Видите, вы уже зарегистрировались. Хорошо, спасибо. Наверх, да? Я понял. Хорошо, спасибо. До встречи. Здравствуйте. 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 Так, что это, ошейник будет? Это куда? Это наручник. Наручник? Давайте. На куртку, наверное, снимал, так что... Все, не упадет. Здравствуйте. А у вас есть медицинская книжка? Где-то была. А вы записались у нашей медсестры? Нет. Она пока в очереди. Ага. Да. Здравствуйте. Как зовут такую прекрасную медсестру? Меня зовут Катерина. Очень приятно. Я Андрей. Подожди, а почему ты мне говорила Элеонора? Я из тех, кто говорит сегодня одну, завтра другую. Я понял. Присаживайтесь. Ну, с удовольствием. У нас даже полетели самолетики. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Запишите, пожалуйста, Элеонора. Очередь. Итак, будем проверять ваши рефлексы. Все рефлексы да? В порядке? Ну, не все, я думаю. Я какие думаю, не тогда работают. Это не понадобится, если все не в порядке, послушаем ваш мозг. Подождите, я еще ничего не слышу. Какая-то космическая тишина. Аккуратно, я это хорошо. Я это хорошо. Я думаю, в принципе, вы готовы к полету на космический корабль. И обязательно, кстати, на самочувствие еще я хочу проверить человека. Итак. Ну все. Как вы себя чувствуете? Так гораздо лучше. Лучше? Есть еще один. Еще один? Не, подождите, в принципе, можно тогда вот так повесить. Вот так. А так еще лучше, да? Тогда вы готовы, проходите на наш корабль. Спасибо. Спасибо. Приятного вам большого. Спасибо.